Привет! В продолжении темы о трансформерах предлагаю послушать вам краткое описание о таком автоботе, как Starscream. И, возможно, тогда мы с вами вместе разберемся, почему же он присоединился к автоботам. Starscream – первый помощник и вечный завистник Мегатрона. В его отсутствие Starscream командовал десептиконами. Он притворяется, что рад возвращению повелителя, держится с ним очень почтительно, а сам только и ждет удобного момента, чтобы устранить Мегатрона и захватить власть. Обозленный постоянными неудачами, Starscream порвал с десептиконами и объявил, что больше не желает никому служить. С тех пор Starscream действует самостоятельно, на свой страх и риск, лишь иногда заключая тактические союзы то с автоботами, то с людьми. Однако в конце второго сезона, устав в одиночку бороться за выживание, принимает решение помириться с Мегатроном. Ему удается осуществить свое намерение и даже вновь занять пост первого помощника, но ненадолго. В третьем сезоне ему пришлось уступить часть своих полномочий Шаквайву. Тот стал заведовать научной частью, тогда как Starscream остался военачальником. С этого момента Starscream начинает строить козни против Шоквейва, стараясь дискредитировать того в глазах Мегатрона, но лишь навлекает на себя новые неприятности. После захвата Немезиды автоботами скрылся с корабля вместе с Шоквейвом. Он также использует красный энергон, придающий ему сверхскорость. Starscream, а также другие трансформеры будут ждать вас на нашем сайте megadiscount.pl, с помощью которого вы сможете собрать всю коллекцию игрушек-персонажей. Я прощаюсь с вами, до свидания!